Друзья, всем привет! Вы знаете, что мы занимаемся разработкой дизайн-проектов, и с сегодняшнего момента мы начали заниматься мебелью. Друзья, всем привет! Вы знаете, что мы занимаемся разработкой дизайн-проектов, а также ремонтом квартир под ключ в Москве и Московской области. И с сегодняшнего момента мы начали заниматься мебелью. А это значит, что любой наш проект мы можем укомплектовать мебелью под ключ. На примере квартиры в жилом комплексе «Береговой» я вам покажу, какую мебель мы здесь установили. Начнем с трехдверного шкафа, который расположился в коридоре. Обратите внимание, что он сделан без задней стенки. Это сделано для того, чтобы иметь доступ к инженерным коммуникациям. Обзор с этой квартиры выйдет на нашем канале чуть-чуть попозже. Корпус – это LDSP 16 мм, производитель Egger, белого цвета. А фасады – это MDF 18 мм, RAL 9001, эмаль матовая. Второй шкаф уже двухдверный, находится также в коридоре. И он уже сделан специально для верхней одежды. И здесь есть специальная штанга для того, чтобы повесить вещи. Корпус LDSP 16 мм, фасад – толщиной 18 мм, RAL аналогичный с предыдущим шкафом. И продолжение этого шкафа у нас является прихожая. Здесь можно повесить на крючки верхнюю одежду, специальные планки, сделанные из LDSP, тумбочка и ниша для обуви. А также большое зеркало, где вы можете себя увидеть в полный рост. Сейчас мы находимся в ванне, и посмотрите, как здесь интересно получилось. Стоит обычный шкаф, мы его открываем. И здесь у нас расположилась сушилка и стиралка. Внутренности – это LDSP толщиной 16 мм. Фасады – это MDF. Здесь уже глянец толщиной 18 мм. Плюс к этому вы можете видеть подвесную тумбу, которая тоже сделана из глянцевого MDF.